В Калмыкии расширен список медицинских специальностей, которые могут принять участие в программе «Земский доктор, земский фельдшер». Получить единовременную выплату за переезд для работы в сельские населенные пункты теперь могут не только врачи и фельдшеры, но и акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Такое право за ними по предложению Минздрава Калмыкии теперь закреплено в постановлении правительства региона. Напомню, в Калмыкии реализуется федеральная программа «Земский доктор, земский фельдшер» с целью привлечения врачей и среднего медицинского персонала к работе в селах республики. В рамках программы предусмотрена единовременная выплата медработникам, которые будут работать в районные больницы и ФАПы. Врачи и медработники среднего звена, которые будут трудоустроены в медучреждения села Троицкое, Лагань и Гордовиковское, претендуют на единовременные выплаты в размере 1 500 000 рублей соответственно. Медработники, приступившие к работе в остальных районных медучреждениях республики, получат единовременные субсидии: врач 1,5 млн рублей, фельдшер, акушерка, медсестра, ФАПа 750 000 рублей. Об имеющихся вакансиях можно узнать на сайте Министерства здравоохранения Республики Калмыкия, а также по номеру 355-48.